А в каком возрасте чаще всего идут в проституцию? Ну, вообще, если мы говорим о мировой статистике официальной, то там совершенно страшная цифра, которая говорит 14 лет. Если говорить о том, что я вижу, то, конечно, это не так все жутко. Ну, то есть 20, 18, 22. 20. Иногда, кстати, вообще женщины приходят в проституцию далеко не в юном возрасте.